Физиотерапия – не миф, а реальная помощь при лечении. И с каждым годом оснащенность лечебных учреждений медицинскими приборами становится более современной. В этом году Елатомский приборный завод, добросовестный отечественный производитель медицинской продукции, празднует 25-летие одного из своих серьезных аппаратов магнитотерапии. Подробнее в следующем материале программы. В аптеку «Кардио» на остановке «Стрелка» в Саратове в эти дни можно зайти не только за лекарствами, но и за бесплатной консультацией. Здесь работает выставка-продажа магнитотерапевтических аппаратов Елатомского приборного завода. В этом году он отмечает юбилей – 25 лет главной разработки аппаратов магнитотерапии. За четверть века сменилось несколько поколений магнитотерапевтических аппаратов. «Алмак-01» воздействует бегущим импульсным магнитным полем и назначается при травмах, артрозах, остеохондрозе, всего более 60 заболеваний. Аппарат «Алмак-01» 0,2 большей площади и глубины действия. В нем 79 режимов. Это средство для сложных заболеваний вен, суставов, сердечно-сосудистой системы. Одна из последних модификаций Елатомского приборного завода – аппарат «Диамаг». По словам разработчика, «Диамаг» или «Алмак-03» помогает справиться с мигренями, нарушениями сна и ишемией головного мозга. Его также используют для лечения и реабилитации больных, переживших инсульт. Елатомский завод празднует 25-летие выпуска своей продукции, в частности, магнитотерапии. И такой вот уникальный аппарат, как «Алмак-01», Елатомский завод дарит физиокабинетам. В городе Саратове сейчас лечебное учреждение «Поликлиника номер 2» получает такой аппарат в подарок. Мы очень давно работаем с Елатомским приборным заводом и очень благодарны за эту аппаратуру. Во-первых, она надежная, удобна в употреблении. Можно применять ее у нас в маленьком кабинете, можно применять и дома, она портативная. И она на самом деле действительно очень эффективна. Наши больные приходят к нам, мы им делаем несколько процедур, они удостоверяют, что это не просто реклама. Им нравится, им помогает. Потом они уже идут в аптеки, покупают. Аппараты из серии «Алмак» делают медицину доступнее для населения, ведь лечиться с их помощью может каждый. Аппараты можно приобрести в аптеках Саратова, Энгельса и районов области. Юлия Николаева, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.